Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и у нас очередной ролик про то, как мы идем на тайную локацию с загребанными сишками, которые у меня закончились в предыдущем рейде. Мне уж так надоело ходить искать, я каждый раз ною про это, я все думаю, что вдруг кто-то наткнется на мой ролик из разработчиков и решит повысить шанс выпадения C4 где-то, не знаю, в лесу, там, в дубовой роще, в бункере, хрен знает, где-нибудь, или вернут хотя бы то, что за каждый ящик за красный талон тебе выдается одна сишка. Раньше это было 100%, сейчас, блядь, это нет. Пиздет полный. Так, что у нас тут? Ну, книжка, это понятно, конечно, очень интересно. Две сишки, полный сет брони спецвойск, это хорошо. Один огнестрел, серьезно. Ну, как бы не густо, но огнестрел у меня полным-полно, так что жаловаться пока не приходится. Ну а так, как-то скудноватненько, хотелось бы побольше. И мы снова отправляемся на тайную локацию. Будем искать сишки. Ну, не искать, вернее. Мы точно знаем, что там две штуки есть. Но, тем не менее, опять у меня задание рейдеров, где, блядь, надо найти гребаные сишки. А да, помимо этого, еще и слепого охотника победить. Не, ну это, конечно, изи, но, блядь, добывать каждый раз дискету я уже, честно, заебался. Я не знаю, каждый раз это говорю, но и каждый раз это, эти задания повторяются. У Кефира что там? Фантазия закончилась, блядь, столько заданий можно поставить. Нет, блядь, надо самый дурацкий. Ай, ладно. Бьем, не жалуемся. А зачем я тебя бью, кстати? Зачем вообще сюда пошел? Ай, ладно, хрен с. Закончу эту мачетку заодно. А вот он и сундучок. Братюня, пока. Так, ну хорошо, хотя бы не зараженный. Окей, давай смотрим, что тут. Давай. Полный сет брони спецвойск, которые мы сейчас оденем. Скорелька. Классненько. Схема военного мотоцикла. Две сишки. Чертеж у меня уже есть. Линза, так, алюминиевая пластина, железная пластина, стальная пластина, медный слиток, медная руда, части двигателя, микросхема, пружина, гаечный ключ, 5 аптечек, 7 проволоки и пистолет. А нет, 2 огнестрела, пистолет тоже считается. Ну, в принципе, неплохо, меня радует, что тут скорельку не дали, давно ее не видел. И третий поход на тайную локацию. Соединение потеряно, супер, о, все восстановилось, поехали. Так, это у нас последний ролик, вернее, последний поход в этом ролике, вот как-то так. Посмотрим, что мне выпадет в этот раз, ну, помимо сишек. Может быть, что-то поинтереснее в плане оружия, типа гранатомета, типа миниганчика, еще что-нибудь. УЗИ, по-моему, мне уже падало здесь. Так, все посмотрим, просмотрим. Побежали быстренько. Так, это сейчас на меня сагрится, но это понятное дело, любят они меня. Так, а где, собственно, а вот, все, понял. Братюнь, нам с тобой не по пути? Ну, харе прыгать уже, а. Попрыгунчик. Так, все, мы избавились и открываем ящик, смотрим, что внутри. Давай. Открывай. Слушайте, угадал, гранатометик. О, у меня тоже такой схемы нет. Доступен новый модуль, зато. Выглядит интересно, но почему-то обычный. Ладно, тоже нормально. Так, это у нас М-ка. Плюс книжка. Почти. Две сишки, медные слитки, пластины железные, алюминиевые, стальные слитки, руда медная, микросхема, часть двигателя, гаечный ключ, пружины, аптечки, алюминиевые слитки, проволока. Так, ну и краска. Ну, краску я забирать не буду, она нахрен не сдалась. В принципе, очень даже топово. Я хотел давно гранатомет себе. Ну, на этом все, ребят. Если вам понравились эти три ролика, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.